Здравствуйте, в эфире «Первый независимый ЗАП-ТВ» в студии Роза Бабаян. Мы показываем новости Читы из Забайкальского края. Спонсор выпуска – Иркутский музыкальный театр имени Загурского. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги. В Чите прошел жилищный форум модернизации и развития ЖКХ Забайкалья. На площадке комфортной и городской среды обсуждали вырубку деревьев, городские парки и благоустройство дворов. На мероприятии была Валерия Наумова. Все самое интересное в выпуске новостей. Призвать к ответу. Правительство края не исполняет поручения президента по плаванию, и это беда. Краевая федерация плавания бьет тревогу. Десятки тысяч детей в Забайкале не владеют жизненно необходимыми навыками и элементарно не умеют держаться на воде. Подробности в этом выпуске. Суд над главой Читинского района Виктором Машуковым продолжается. Очередное судебное заседание начнется через несколько минут. А по всех подробностях расскажу вам я, Анжелика Понебрашина. Дороги в селе Ключевском представляют собой груду камней. Об асфальте не может быть и речи. Население села чуть больше 100 человек, среди которых есть школьники. Они получают образование через день. Школьный автобус ломается из-за таких дорог. Причины этого положения узнавала Анастасия Раевская. Теперь об этих и других событиях более подробно. Активные жители Читы 12 мая собрались на жилищном форуме. Общественники выступали против варварского уничтожения деревьев, а кое-кого из читинских чиновников даже хотят отправить в отставку. С места событий передает Валерия Наумова. Кто не сажал дерево, тому не лежать в тени. В нашем случае речь идет о тех, кто в Чите рубит деревья и варварски уродует их. Сегодня то, что называется озеленением, оставляет много вопросов. Чиновники аргументируют вырубку взрослых деревьев как-то так. Ну, срубили, значит, так надо было. Мы же новые посадим, а вы ничего не понимаете. Вот только сажают в городе непригодные для такой среды растения, которые погибают. Есть ли здесь логика и здравый смысл – вопрос сложный. 12 мая в Чите общественная палата провела жилищный форум. Одним из главных вопросов была комфортная городская среда. В центре внимания оказался вопрос уничтожения деревьев в городе. У нас вам огромнейшая просьба. С вашей позиции прекратить уничтожение зеленых насаждений в нашем городе. Это самая больная сейчас проблема. У нас город, вот понимаете, мы вас очень просим все сейчас и сегодня, пользуясь случаем, потому что мы сделали все, что от нас зависит. Мы написали во все структуры, прокуратуры, следственные комитеты, мы все, что могли, мы сделали. Мы вчера с Поповой встречались в городской думе, в городской администрации. Понимаете, мы никем не услышали. Никем не услышаны. Уже стандартный исход каких-либо попыток воспользоваться законным правом людей на изъявление воли. Выступавший спикер, депутат Государственной Думы генерал Андрей Гурулев считает, что мало того, что в городе нет главы, который должен головой отвечать за происходящее, так еще и за деревья некая мадам пойдет на выход. Эта система управления нам навязана из ней. Она бестолковая и глупая. Должен быть единый хозяин в городе. Называется он глава. Это мэр, глава города. Все остальные чуть сбоку. Есть городская дума, нужна вопросов нет, пускай не решает вопросы. Но отвечает башкой за все один человек, глава города. Кто и какой частью тела отвечает за происходящее в городе и отвечает ли вообще, тема интересная. Однако в центре остается вопрос экологии. На встрече выступали эксперты, которые открыто заявляли, что ель не может жить в городе. А так называемая обрезка просто уродует когда-то здоровое зеленое дерево. Говорят, у нас тут посадили много красивых елочек. Мы их обследовали. Вот то, что на площади Декабристов, это еще хорошее состояние по сравнению с остальным городом. Что мы видим? Из 7 обследованных елочек 7 осыпаются. Они осыпались от 15 до 60% хвои. В основном с южной стороны. Наше яркое забайкальское солнце и сухие зимы – это не для елок. Елки в таких условиях не живут. Да, у них еще живые почки, мы проверяли. Но елка без хвои, в каком она состоянии будет весной, в июне, когда вы ее отливать собрались? Она ослаблена. Она не сможет за лето создать достаточно биомассы, чтобы перезимовать. По мнению эксперта, радикальная обрезка тополей крайне негативно сказывается на состоянии дерева. Туда, где остается срез, попадают осадки и начинается гниение. В дереве живут грибки и бактерии, которые разрушают древесину. Пытаясь восполнить утраченные ресурсы, активизируются спящие почки, и ветки дерева начинают расти совершенно хаотично. В борьбе за жизнь у тополя начинается корневая поросль, которая выходит из-под земли и взламывает асфальт. Крона в объеме
уменьшается в 30 раз по сравнению с необрезанным деревом. В 30 раз. Это не шуточки. Сколько тени и сколько кислорода даст необрезанное, нормально развитое, здоровое дерево. И сколько вот такой обрубок. Наиболее оптимальным вариантом для читы оказался ильм, который наиболее приспособлен к забайкальскому климату, неприхотлив и гораздо легче переносит обрезку, а не елка, саженец которой стоит в районе 15 тысяч рублей и которая обрекает на верную смерть. Комфортная среда начинается не с голубого неба, а с воздуха. В нашем районе нечем дышать. Наш район пахнет газом. Да, потому что стало тепло, очистные сооружения заработали, частный сектор заработал, все это амбре находится здесь. На сегодняшний день активные жители краевого центра вышли к министерству ЖКХ со списком предложений по озеленению города. Сегодня в городе продолжают жестоко обезглавливать деревья, которые боролись за жизнь десятки и сотни лет. Теперь это делают и ночью. Наверное, чтобы лишний раз надоедливые горожане и журналисты не мешали работать. Рубят и режут безжалостно, потому что якобы так захотели сами жители, а мы, мол, лишь исполняем заказ. Валерия Наумова, Евгений Погорелый. ЗапТВ. Судебные заседания по уголовному делу в отношении главы Читинского района Виктора Машукова напоминают уже какой-то сериал в стиле слезливой мелодрамы. Даже сюжет избит с потерями памяти и неимоверным желанием помочь тому, кто в беде. Вот только путаница в голове возникает не только у кисейных барышень, что тормозит развязку столь долгожданной концовки. В зал суда Машуков приходит без опозданий. К заседаниям, кажется, начал уже привыкать. Сдержан, расслаблен, улыбчив. Чего не сказать о свидетелях со стороны потерпевших. Ребенка Оксаны Горкуша собака покусала в домне прямо на школьном дворе. Подобная участь настигла и еще двоих ее детей, а потому присутствующие на заседании искренне не понимают, для чего приближенные ко власти так смело занижают численность четвероногих, которые давно чувствуют себя там не иначе хозяевами села. Меньше 10 собак. На данный момент, да? На данный момент. У нас интересует 23 апреля 21 года, на 2 февраля 22 года. Ну, в доме также вот у нас деревня, которая внизу я землю не отвечаю, а деревня у нас собаки, в принципе, ну, десяток, может быть, было. А на тот момент было очень много собак. Вот до такой степени много, что на каждый наш контейнер мусорный, который в гарнизоне находится, приходилась своя стая, которые отстаивали свою территорию, и естественным путем их становилось больше, они размножались. И эту проблему надо было поднимать гораздо раньше, но почему-то все умалчивалось, сглаживалось, или на это не обращали внимания, или не считали это проблемой, не считали проблемой людей, что их нужно как-то решать, что это не голословно, а действительно люди страдали и жаловались. И даже сколько обратилось в больницу, можно было определить, что это было очень много, а те, кто не обратился. А вот глава сельского поселения Севиковское Сергей Трощенко учиться решил на ошибках своих коллег по цеху. Сразу в начале допроса он попросил прокурора озвучить свои прошлые показания, якобы плохо помнит, что было раньше. Однако такой ход сторона обвинения похоронила здесь же, в стенах суда, предложив свидетелю все же поднапрячь память. Вообще, собак как много было у вас на территории сельского поселения? Вы подсчет производили по заданию администрации района? Ну и по правде говоря, где-то до 15 особей у меня так периодически вот где-то бродили. До 20? Ну, может быть, до 20, наверное. Сейчас вот я вам точно говорю, что... А дальше свидетель на вопросы стороны обвинения отвечает так, что не покидает ощущение, он смело может давать платные уроки под названием «Как нужно уходить от ответа». А после людей дали представление, по-вашему? Это, знаете, вопрос очень интересный. По одной простой причине, что... Ну, даже... Я постольку там по своему службе бывшей, могу сказать одно, что
Вот дети нам ходят с собаками, все, вы понимаете, что вся ситуация, что в чем еще вот, сложность нам в отлове этих собак. То идет ребенок в школе, да, за ним идет собака. Вот он в школу зашел, собака там находится. Дальше она побежала домой. Вот при детях, ну даже так если говорить, ну, никто не решится на плавание, понимаете, что нет. Вот еще какая проблема. Вопрос немножко не об этом. Вот за такой ответ нас завтра выгонят. И никуда больше не возьмут. Ну давайте молчать. Молчать нас сегодня выгонят. Никуда больше не возьмут. Что же делать? Время. Выиграть надо время. Слушай-ка, а что если мы... А что если мы запустим дурочку? Дурочку? Да. Какую дурочку? Запустить дурочку – это значит писать, отвечать, загружать почту, тянуть резину. Сергей Трощенко утверждает, в 2021 году отловы безнадзорных животных на территории населенного пункта были, однако документального подтверждения, словам чиновника, сторона обвинения не нашла. В связи с этим у меня вопрос. А вы не помните годы, в которых у вас фактически отлов состоялся? Может быть, у вас в 2022 году увозили собак, а в 2021 не увозили? Да нет, мне в 2021 они приезжали тоже. Я просто... Они вот эти вот товарищи все мои... Нет, приезжают и уехать с собаками отловленными. Нет, ну я видел, я же не буду там, как бы, они приезжают, там у них специальная будка, да, они их туда закидывают. Я с вами согласен. Знаете, в чем вопрос? Вот именно вот почему, наверное, часто другие там, по-моему, товарищи у нас подрядчики-то, вот Семь Озер вот эти, это вообще своеобразная фирма. Они иногда приезжали даже сами, наверное, поправку. А? Пять звезд или Семь Озер. Разница похожа. Интересная вот эта вот фирма, она, потому что... Они приезжали иногда просто-напросто потом ко мне, допустим, заезжают в администрацию. Вот мы там отловили, посмотрите. Все-таки нужно дать объективную оценку работе, той, которая проводилась и которая могла проводиться. То есть в полной мере она была сделана или нет. И работа не только главы района, но и глав поселений, которые мы здесь видели, как они пытались увильнуть, отговориться, на что-то сослаться. Анжелика Понебрашина, Евгений Погорелый, ЗАБТВ. Детский сад на 110 мест начали строить в микрорайоне Добротный в селе Смоленко в Читинском районе Забайкалья. Конкурс подрядчиков не проводился, контракт заключили напрямую с ООО «Геометр». Об этом сообщили Читеру в Минстрое края. Здание будет Т-образной формы, общей площадью 2970 квадратных метров. Детский сад сможет принять 5 групп, а 22 ребенка в каждой. В каждой группе также обустроят раздевалку, игровую комнату, спальню, буфет и туалет. Будет создано 38 рабочих мест для персонала. Решение о заключении контрактов без конкурса принимает штаб по координации, разработке и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в Забайкальском крае, в который входит 31 человек, политики, чиновники, бизнесмены и банкиры. Бывший руководитель ДМРСУ в Чите Алексей Котов, приговоренный к тюремному сроку за получение взятки и проходящий свидетелем по делу бывшей главы муниципального учреждения «Городские дороги» Лили Кучной, рассказал, что подсудимая намекала на взятку под предлогом того, что у нее маленькая зарплата. Об этом сообщает Читамедиа. Также со ссылкой на свидетеля корреспонденты сообщили, что Кучина пыталась получать взятку от сотрудников ДМРСУ за помощь в получении контракта на строительство и ремонт дорог, устроив туда подставного работника, который должен был выполнять роль эколога. Сотрудник должен был выполнять свою роль, и в качестве зарплаты ему должны были перечислять по 80 тысяч рублей, из которых фактически он бы получал 20, а оставшиеся деньги уходили бы Кучиной. Однако по факту работник не выполнил свои обязанности, и сделка с перечислением средств так и не состоялась. Дума Читы не отчиталась о доходах за прошлый год. По новому формату у депутатов теперь нет обязанности обнародовать эти данные, но даже обезличенной информации в соответствующем разделе на сайте Думы нет. Ранее в Думе обещали, что публикации появятся до середины мая. Данные о доходах депутатов должны быть предоставлены губернатору Забайкалья до 1 мая, чтобы информации Думы и было сделано. Но по данным на 16 мая документ не опубликован в соответствующем разделе.
На сайте ЗАГСОБРа, между тем, размещена обобщенная информация об исполнении обязанности представить сведения о доходах, расходах и об имуществе депутатов. В документе говорится, что из 50 депутатов данные о доходах не предоставил только один человек. Напомню, что депутаты Государственной Думы зимой приняли решение о том, что будут публиковать анонимные декларации, предложили регионам последовать их примеру. Причиной для закрытости называли спецоперацию. В Петербурге в документах вместо имен депутаты были обозначены номерами. Авиакомпания «Ирайра» с 18 июня увеличивает частоту полетов из Читы в Иркутск. Об этом сообщается в телеграм-канале Читинского аэропорта. Дополнительные рейсы по маршруту «Иркутск-Чита-Иркутск» будут выполняться два раза в неделю на самолетах «Сухой Суперджет-100». Напомню, что летом также будут запущены прямые рейсы из Читы в Петербург и возобновлены полеты в Якутск. Кроме того, увеличивается частота полетов из Читы в Москву и Новосибирск – одни из самых востребованных направлений у жителей Забайкальского края. Гастроли Иркутского музыкального театра имени Загурского в Чите с 4 по 15 июня на сцене Забайкальского краевого драматического театра. Приходите за хорошим настроением. Пространство красоты «Рив-Гош» в честь своего открытия приглашает всех на встречу с очаровательной, стильной и прекрасной певицей Зара. 20 мая в 16 часов в Макси. Приходите и наслаждайтесь красотой в Макси на Шилова 100. Без возрастных ограничений. Упорство и устойчивая позиция, уверенность в своей правоте и вера в собственные силы. Вот отличительные качества президента Федерации плавания Забайкалья Александра Старицына. Сегодня очередная беседа о ситуации с этим видом спорта в регионе. Подробности у Юрия Житлухина. Я к вам подошел опять подготовленный, уже в обычный портфель не входит. Это документы по всем нашим вопросам. В каждой папке отдельный вопрос, нерешенный части спорта. Методические рекомендации Минспорта, ответы, приветы наших чиновников, поручение президента, постановление Мишустина, наша переписка с правительством. Чудовищные ответы. Как выглядит заявка на финансирование? Согласовано Минспортом. Солидный рюкзак с документами – это результат борьбы Александра Старицына с чиновниками края, которые упорно не желают выполнять требования российского законодательства в части плавания как жизненно необходимого навыка для наших детей. Причем Старицын, как президент Федерации плавания Забайкалья, утверждает, что впору говорить не о чиновничьей дисфункции в области выполнения своих обязанностей, а о вредительстве, по крайней мере, если анализировать результаты работы. Есть отдельные поручения касаемо нашего вида спорта плавания президента Российской Федерации, где прописаны конкретно ответственные, это председатель правительства России и высшие должностные лица субъекта, то есть губернатор. Могу с уверенностью сказать, что у нас эти поручения не исполнены. Более того, никто даже не пытался что-то исполнять. И дело здесь не только в крайне скудном финансировании. В прошлом году министр спорта Забайкалья Андрей Середкин согласовал сумму в 14 миллионов рублей на финансирование мероприятий, предусмотренных календарным планом. Но по факту пообещали только 2, а затем и из этой суммы отняли 30%. Существует президентская программа «Плавание для всех», для обучения детей и взрослых. Со слов Александра Старицына, у нас в регионе она не работает, и, несмотря на его лично многочисленные обращения в правительство Забайкальского края, чиновники не предпринимают даже попыток, чтобы хоть как-то ее реализовать. То есть в этом году на 23-й, плановый 24-й, бюджет Забайкальского края должны предусмотрены средства быть на обучение детей плаванию на открытой воде, ну, в оздоровительных детских лагерях, обучение детей первоначальным жизненно необходимым навыкам. Этого нет. Никто ничего в бюджет не закладывал. Я вот сейчас вынужден обращаться, заканчиваем обращение, вернее,
Главное контрольное управление президента России. А там много адресатов заинтересованных. У Сторицыны есть надежда, что, обратившись в аппарат президента, рассказав высшим должностным лицам страны о реальном положении дел в Забайкалье в области плавания, а также указав на факты неисполнения поручений президента и правительства страны, начнется движение в этом вопросе. Хотя, со слов нашего гостя, в Забайкалье даже местное отделение правящей партии не выполняет свои же программы – край саботажа и чиновничьего безразличия. Ну, отдельный вопрос – это партия наша. Особенно наше региональное отделение. Тоже полный саботаж исполнения. У них для, значит, по линии «Единой России» есть целое поручение по данному вопросу их высшего генерального совета партии, в котором говорится, что необходимо рассмотреть вопрос о заложении в бюджет этих средств. Этого ничего не сделано. Как они отчитываются, я не знаю, несколько раз, да много раз был у Скачкова, лидера партии в Забайкальском крае, у руководителя фракции Бутыльского. Руководство исполкома все прошло. Да просто ничего никто не хочет делать. Более того, наша сборная по плаванию была вынуждена ехать на всероссийские соревнования в нарушение федерального законодательства, ехать за счет родителей спортсменов. Но, со слов Александра Старицына, не всякая семья может выложить из собственного кармана 40 тысяч на поездку. Поэтому зачастую в состязаниях участвуют лишь те, кто может себе это позволить. Ну и вынужден буду, конечно, требовать возмещения расходов. Добровольно, я думаю, никто ничего не даст. Поэтому будем вынуждены обращаться в суд. Ощущение, что для того, чтобы чего-то добиться от власти в регионе, необходимо выходить на тропу войны против наших чиновников. По доброй воле, как показывает практика, никто ничего не даст и не поможет. Всем им плевать на федеральные законы, на поручения президента. Но здесь необходимо выделить тот самый корень зла, из-за которого наши чиновники не могут или не хотят выполнять свои обязательства. Сейчас мы говорим о странной позиции губернатора, который выделяет средства и находит спонсоров для некой секции тайского бокса. Ну а Федерация плавания забывает и призываем его к ответу. Дарья Калинина, Юрий Житлохин, Евгений Погорелый. ЗАП-ТВ. Добраться до некоторых сел Забайкалья бывает нелегко. Где-то дорога только на вертолетах, а где-то ее совсем нет. Село Ключевское – одно из таких. Номинально дорога есть, только вот проехать по ней мало кто решится. Она сплошь из камней и ям. Жители пожаловались в редакцию ЗАП-ТВ, что из этого вышло в сюжете Анастасии Раевской. Борзя, выжженные поля и отворот с трассы на село Ключевское. Сразу за неплохим асфальтом начинается та самая дорога. Автомобиль съемочной группы спотыкается на каждом камне. А вот привыкшие к такому бездорожью селяне проезжают на обычной скорости. Доступно такое не всем. Исполняющая обязанности главы села Ключевского сама рассказала нам о проблеме. Ну, дорога сейчас, можно сказать, в плохом состоянии. Грейдера уже не было давно. Я звонила директору Маркову Сергею Михайловичу, но на звонок мне не ответил. Я написала ему смс, и на смс не ответил. Детей возят в школу по этой дороге. Колеса, ну, прокалывают колеса, и детей теперь возят через день. То есть право на образование в России есть. Каждому школьнику оно должно быть доступно, независимо от того, в каком состоянии находятся дороги. Власти должны обеспечивать, соблюдать и обслуживать. Учатся ребята в Борзе. Теперь школьники прогуливают не по своей воле. Но у нас есть проблема с дорогой. Плохо грейдеруют нам дороги, редко грейдеруют. Колеса повреждаются у машины, из-за этого не подвозят нам детей. Но вот у нас как-то вот буквально неделю они не ездили. Мы потом обращались к директору, почему не подвозят. Не было колес, потому что все износились до 95%. Потом деньги на колеса все же нашли. С помощью сельской администрации. Так и отремонтировали школьный автобус. Однако дело не только в детях. Скорая помощь едет по этой же дороге. А связь в селе часто пропадает. Поэтому, со слов жителей, куда-то обратиться со своей проблемой им трудно. После запроса нашего корреспондента мы выяснили, что грейдеру быть. Минстрой ответил, дорога будет сделана в 20-х числах мая. Проверим. Анастасия Раевская, Иван Дементьев, ЗАП-ТВ.
В торгово-развлекательном центре «Макси» прошел второй день модельного проекта «Топ Фэшн Шоу». Участницы прошли мастер-класс от стилиста и испытания на знания модных трендов. А помогал им партнер проекта – магазин «Gloria Jeans». Подробности далее в сюжете. В торгово-развлекательном центре «Макси» прошел второй день модельного проекта «Топ Фэшн Шоу». Сегодня с участницами работал стилист. Событием дня стал показ образов, которые девушки сами собирали с помощью партнера проекта – магазина одежды «Gloria Jeans». После мастер-класса от стилиста за 20 минут конкурсантки должны были самостоятельно подобрать летний образ и продемонстрировать его на себе, как профессиональные модели. Gloria Jeans регулярно обновляет коллекции по последним трендам и желаниям покупателей. Бренд ориентируется на высокий уровень качества, оставаясь доступным по ценам для максимального числа клиентов. Здесь вы найдете высококачественные футболки, худи и свитшоты, трикотаж, верхнюю одежду, повседневные и вечерние платья, а также одежду для дома, нижнее белье и аксессуары. Ну, что-то такое, типа, какого платьишко с джинсовкой. В процессе, ну, что тоже в голове есть. Какой стиль хотите? Хочу женственности больше добавить. Выбор вещей и умение составить гармоничный образ оценивала стилист Алена Селезнева. Эксперт поставила оценку каждой участнице. Выставленные баллы за образ и демонстрацию повлияют на шансы победить в проекте. Отличный. Я буквально неделю назад вернулась из Москвы. Яна тоже там организовывала конкурс. Вот Fashion он назывался. Ну, конечно, все на высшем уровне, и девочки очень красивые. Сразу видно, что девочки следовали моим рекомендациям, подобрали красиво аксессуары, подобрали красиво одежду, и, соответственно, образ получился у каждой современный, классный, крутой. Заключительным испытанием второго дня стало дефиле. Напомним, что в течение месяца участница готовится к итоговому шоу-показу, на котором решится, кто отправится в Москву на всероссийский конкурс красоты. Сейчас в социальных сетях проходит голосование зрителей на самую яркую участницу проекта, которая получит особую номинацию и приз. Впереди у девушек еще два конкурсных дня до того, как мы узнаем имя победительницы. Участницам мы желаем удачи, а вас ждем в торгово-развлекательном центре «Макси» на Шилова 100. Это все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки нашим выпускам, новостей, сюжетам и программам в Ютубе. Делитесь нашими публикациями в социальных сетях, на своих страницах делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до скорых встреч. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАВТВ. Пространство красоты «Ривгош» в честь своего открытия приглашает всех на встречу с очаровательной, стильной и прекрасной певицей Зара. 20 мая в 16 часов в «Макси». Приходите и наслаждайтесь красотой в «Макси» на Шилова 100. Без возрастных ограничений. Ежегодно, 18 мая, музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. В четверг погода будет облачной, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Ночью температура от 1 до 3 и от 18 до 20 градусов днем. На сегодня это все. До новых встреч в эфире.